Эй, Кэл. Устроим реванш позже? Да, конечно. Вот и славно. Ну что, на тренировку? Как всегда. Ну ладно, еще увидимся. Пока. Скоро будут новые приказы. Ха, наконец-то. Я готов убраться из этой дыры. Покидаем Бракку? Возможно. Лучше не полагаться на слухи из вторых уст. Ха, ничего. Если мастер Топал подтвердит, значит правда. Кстати, о твоем учителе. Да, мне пора. Ты торопишься? Мастер Топал позвал на тренировку. Удачи, парень. Мастер Топал! Подаван, проведем инструктаж. Да, учитель. Жду на месте. И чтоб без опозданий. Хорошо. Командир. Соберись. Если бы ты был сконцентрирован, ты бы предвидел это. Хорошо, подаван. Иди сюда. Начнем с физической подготовки. Но для начала приказы. Бракка за нами. Выдвигаемся на Майгиту. Да! Нужно... Учитель, что с вами? Что-то не так. Нет, нет! Что же это? А почему командир? Подаван, грядет что-то страшное. Клоны предали нас. Я не знаю, в чем дело пока что. Покинем этот корабль. Скорей, доберись до капсул. Будь осторожен. Мы готовились к такому, помнишь? Да, учитель. А как же вы? Я их отвлеку и сразу к тебе. Если вовремя не приду, улетай без меня. Встретимся на Бракке. Ты все понял? Да, мастер. Они близко. Я заблокирую двери. Но если что-то встанет на пути, сразу действуй. Иди. Да пребудет с тобой сила. Иди! Ну же! Вон он! Стрелять на поражение! Нет, хватит! Топал убегает! Нам нужно подкрепление! Нужно потянуть, чтобы пробраться. Я не понимаю, в чем дело. Что происходит? Мы следим за джедаями. Мелкого пока не видно. Ищите повсюду. Он не мог далеко уйти. Вентиляция вырубилась. Стой! Что за шум? Охраняй помещение. Я осмотрюсь. У нас потери. Топал уничтожил несколько отрядов. Стрелять на поражение! Вас понял. Я не понимаю, что изменилось. Что это было? В технической зоне кто-то есть. Кажется, турболифт рядом. Осталось еще немного. Я
Я вижу маленького падавана. Он в турболифте. Все получится. Просто нужно двигаться дальше. Прикончить его! Потом займемся топалом! Подаван, твой световой меч! Простите, учитель! Лезь наверх, встретимся позже! Переключатель. Воспользуйся им, чтобы мы могли уйти. Да, учитель. Мы загнали топала в шлюз. Пришлите подкрепление. Жару топал находится за той дверью? Да, но он через нее не пройдет. Ему пришлось бы слишком долго кромсать ее световым мечом. Мы просто подождем, пока его окружат. Затем пойдем убивать. Что за звук? Приготовиться! Скорее, падаван! Нам нужно уходить! Уйти. Война не окончена, падаван. Держи оборону. Жди знака от Совета джедаев. И помни, верь только в силу. Инструктаж. Твой страх стоил мне жизни. Дал мне умереть, падаван. Ты был неумелым, и им и остался. Да, в моей смерти повинен лишь ты, ученик. Ничтожество, слабак, предатель! Ты не джедай! Нет!
Ничего. Беги. Спасибо. Давай выбираться. Не могу объяснить, Биди. Я и сам не понял. Что-то пошло не так? А я тебя предупреждал. Лучше уйди. Уйти? А ты один останешься в этом опасном месте? Нет уж. Так, с меня хватит. Ты кто вообще? Таран Маликас. Я был джедаем, как ты. У нас много общего. Не думаю. Что? Мы прошли истребление. Бойцы предали меня. Пришлось разобраться с ними и скрыться. Здесь. В этой глуши. Чья тьма поработила меня. Но я покорил ее. Это тебя почитают братья ночи. Да. Эти дикари уважают лишь силу. А мы знаем, что сила... лучший помощник для нас. Нет. Нет, ты используешь силу ради власти. Так джедаи не поступают. Сейчас не то время. Нас уничтожат, если не поможем друг другу. Мне не нужна помощь. Судя по сломанному мечу, это совсем не так. Ты что-то там видел, да? Что-то ужасное. На Датамире таких мест немало. Вступи в мою семью. И ты получишь контроль над силой. Вступи в мою семью. И ты получишь контроль над силой. Звучит знакомо, Маликас. Сестра Мэрин, что ты себе позволяешь? Годами ты твердил, что это джедаи убили моих сестер. Перед тобой джедай. А ты хочешь, чтобы он стал твоей семьей? Надо было с ней разобраться. Ведьма, тебе не хватит сил! Сил. Ты безумен, Маликас. Датамир разложил тебя. Я верила тебе, а ты сбил братьев ночи с пути. Я не джедай. Сестры ночи Датамира не предают своих. Наша связь нерушима. Твои сестры мертвы! Да, их могилы вокруг вас. Пойдем. Как глупо! Эта сила тебе не подвластна! Вот вам урок. Если сестра ночи в опасности, восстанут все! Беги! О, нет. Thank you.
Тере! Тере, пусть Грист включает двигатели. Что случилось? Сестра Ночи оживила мертвых. Гонится за мной. Эй-эй-эй! Ты ведешь их сюда? Капитан, готовься к взлету. Уходим отсюда! Что за дела? Ты привел дохлых ведьм на мой корабль! Летим! В чем дело? Нашел гробницу? Меч твоего учителя. Я видел мастера Топала. Я видел, как он умер и что я натворил. Кэл. Все кончено. Я не спас его. Кэл, ты был ребенком. Нет. Нет, я мог спасти его, если бы был сильнее, смелее, если бы слушался его. Я мог спасти его. Я знаю. Кэл, пора бы мне рассказать, что случилось со мной при побеге. Они привели ко мне Трилу. Взглянув в ее глаза, я поняла, что натворила. Она стала инквизитором. И что-то во мне сломалось. И я вышла из себя. Использовала темную сторону. И перебила всех. Всех, всех до единого. Кроме нее. Столько лет. Я не могла себе это простить. Я сломалась. Во мне кипела такая ярость. Я пыталась ее унять, но от себя никуда не сбежишь. И все, чего я хотела, умереть. Но тут я узнала про Голокрон. Искра надежды, что у нас еще есть будущее. Надежды, что не все потеряно. Вставай. Я не в силах изменить прошлое, как и ты то, что случилось с твоим учителем. Это в прошлом. Кэл, ты должен сделать выбор и решиться идти дальше. Как? Это будет твой первый шаг. Ты сделаешь себе новый меч.